Итак, доброе утро, мои дорогие любители экстрима. Тут просто очень большая горка, и мне нечего делать, поэтому я подумал, почему бы не записать небольшое видео. Короче, можно так, немножко сворачивать вправо. Это третий день, и если честно, с утра начался он с такого огромного подъема в гору, что я просто охренел. Я подумал, что это может из-за того, что я устал и все такое, но это просто был подъем. Я был под таким маленьким углом, под которым непонятно, то ли подъем этот или нет. Я уже подумал, может, колесо пробило или что-то, не знаю, кто-то мне камень еще положил на багажник. Или дорога стала липкая. Но когда я увидел эту горочку, то понял, что вроде все не так уж и плохо. Я не знаю, будет слышен звук или не будет, потому что трещотка, поэтому, наверное, лучше буду немножко подколбашивать. Блин, как же классно, когда едешь с горочки. Если честно, стал 5:30 и очень-очень плохо проснулся. Мне кажется, что надо найти какую-нибудь достойную какую-то машину по дороге. Кто там гоняет? Еду я сейчас со скоростью, не знаю, может быть, 100 километров, но это всего лишь 22 километра. Мало. Как-то даже мало. Сегодня планирую попасть уже в Вильнюс. Надеюсь, что в него попаду, пройду границу. Басу поночую, еще денек проведу однозначно. И, блин, даже так прохладненько, что-то и денек. Вот такая вот дорога. Ну, я не знаю, что могу делать.